О популярности пулевой стрельбы красноречивее всего говорит количество участников открытых республиканских соревнований, которые проходят на базе стрелкового тира Брестского областного комплексного центра Олимпийского резерва – 115 спортсменов. И в первый же соревновательный день участники показывают достойные результаты. Это третий этап Кубка Беларуси. Он является отборочным к финалу Кубка Беларуси, то есть к самым главным соревнованиям сезона. Здесь представлены все стрелки Республики Беларусь, все регионы наши, ну, практически все самые сильнейшие спортсмены, в том числе и национальная команда. Этот старт, ну, достаточно сильный. Многие спортсмены, в принципе, здесь выполняют и рекорды, и нормативы мастера спорта международного класса. Упражнения спортсмены выполняли на дистанции 10 метров. В их задачу входило произвести 60 выстрелов из пневматической винтовки и набрать максимальное количество очков. Сложность выполнения упражнений заключается в том, что шансы попасть в десятку невелики. Но, несмотря на это, результаты спортсменов приятно удивляют. Результаты в этом упражнении у нас очень высокие. Где-то мы там на пару очков всего лишь уступаем рекордам мира. Вот. В данном упражнении, предположим, в прошлом году на Европе Мария Мартынова показала результат 631 очко и была первой в квалификации. Вот. Очень высокие результаты показывали Чергейко, неоднократный чемпион Европы был, он еще юниорской. Был чемпионом Европы среди юниоров, был призером среди взрослых. Ну, здесь целый ряд таких опытных стрелков, которые выступали и на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира. В мае состоится чемпионат Европы на получение лицензии в этом упражнении, поэтому к его выполнению спортсмены подходят очень серьезно, не оставляя надежды, что кому-то удастся завоевать еще одну лицензию на Олимпийские игры в Брестскую копилку. Ведь у брещанина Юрия Щербацевича она уже есть. Большие надежды возлагают и на Владимира Чернова, мастера спорта международного класса по пулевой стрельбе. Многое зависит от психологии, от твоего состояния здесь сейчас и умения контролировать это и работать с этим. Занимаюсь я пулевой стрельбой уже 13 лет. Выступал я здесь первый раз, наверное, 12 лет назад. Это были областные соревнования. И это были мои первые соревнования. И тут я занял третье место. Пробовали свои силы спортсмены, выполняя упражнения из малокалиберного пистолета. Открытые республиканские соревнования продолжатся до 13 марта. А значит, времени определить лучшего будет достаточно.